профессионал. Провел 11 тренингов на профринге. Из них одержал 10 побед, одно поражение. В формате всемирной серии боксов провел 2 поединка, 2 поражения. Дамы и господа, and a good partner, Daniel Limone, Italian Tender. Yeah.
Казахстан. Судьи: Эндрю Кофи, Шотландия. Реймонд Мэнли, Англия. Атмен Лазизи, Алжир. В синем углу ринга легионер команды итальянский гром филиппинец Чарли Суарес. Ему 24 года. Наивысшее достижение на любительском ринге – серебряный призер Кубка Президента. В прошлом сезоне ВСБ выступал за команду Мумбаи Файтерс. В составе итальянского грома провел 2 боя, одержал 2 победы. Дамы и господа, ladies and gentlemen, Second out. Четвертый раунд. Дамы и господа, в этом поединке весовой категории до 61 килограмма судьи приняли следующее решение. Judge 1, 50-44. Judge 2, 50-44.
Judge Shrink, 15-44. А в этом поединке на вас движение судьи. Победу одержал, ladies and gentlemen, the winner is... Second out. Четвертый раунд. Ой,
Дамы и господа, в этом поединке весовой категории до 73 килограммов судьи приняли следующее решение. Judge 1, 48-47. Judge 2, 46-49. And Judge 3, 50-45. Ladies and gentlemen, the winner is Red Color, Ivan of Ukraine Atomans. Дамы и господа, в красного ринга приглашается заслуженный мастер спорта Украины, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, Александр Гвоздин! Боксер из Латвии, Литвы, Виталиус Субачус. Один бой, одна победа в активе Виталиуса. Ladies and gentlemen, in the blue corner, Виталиус Субачус, Italian Tender. В красном углу ринга украинский атаман Александр Гвоздин. Александр бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, золотой медалист Кубка Европы, чемпион мира среди студентов, блестяще выступил в прошлом сезоне всемирной серии бокса и одержал победу во всех четырех поединках, Александр сегодня проводит свой второй поединок в составе атамана. Second out.
Четвертый раунд. Раунд 4! Second out. Пятый раунд. Ataman Ростислав Архипенко!
Рефери времени Рэймонд Эрли, Англия. Судьи Рахимжан Рызбаев, Казахстан. Атмен Айзи, Алжир. Эндрю Колфилд, Шотландия. В синем углу ринга супертяжеловес команды Дольче Габбана, Италия, Чандер. Итальянец Матео Модуно. В свои 25 лет Матео провел 12 поединков в профессиональном боксе. 12 побед, 6 побед нокаутом. Он двукратный чемпион Италии по профессиональному боксу. Дебютный поединок по правилам всемирной серии бокса Матео проиграл. Однако позже в бою с американцем Полом Куном одержал уверенную победу. Ladies and gentlemen, Blue Corner, Matteo Modugno, Dolce Gabbana, Italia, Thunder. Дамы и господа, в этом поединке в категории свыше 91 килограмма судьи приняли следующее решение. Judge 1. 47-48. Judge 2. 46-49. Judge 3. 47-48. Дамы и господа, в этом поединке единогласным решением судей Ladies and Gentlemen, the winner is Blue Corner, Matteo Modugno, Dolce Gabbana, Italia Thunder. Между украинскими атаманами и итальянским громом. You bring it to Mons, Dolce Gabbana, Italia Thunder. Общий счет нашей встречи 4-1.